Добрый день, уважаемые любители футбола. Мы рады вас приветствовать на стадионе «Спартаковец», где в рамках 25-го тура чемпионата Москвы по футболу среди команд любительских футбольных клубов дивизиона А встречается команда «Родина» 2007 года рождения и их соперники – команда «Торпеда М». Но ошибка на ошибке. В результате этого возникает опасная ситуация. Демин отлично среагировал на рикошет, вытянулся в струну и парировал этот удар. Сложно было по эпизоду, наверное, оценить эту ситуацию. Реагировать не только на удар. Красивое движение а-ля Криштиану Роналду. Недаром 7-й номер у нас. Торпеда проходит и успешно проходит вдоль штрафной площади. И прострел был удачный. И вот последующее только завершение не принесло гола. Владислав Вадюхин все сделал для того, что Владислав Вильгельм отправил мяч в сетку. Хлебеков. Дальше Аверьянов. И здесь был контакт. Контакт, желтая карточка. И поэтому показатели сравниваются у нас команды. И предупреждение достойно в данном случае Иван Кузьмин. 4-й номер. Вновь Наиль с мячом. Заброс на Аверьянова. Артем с мячом. Можно простреливать. Глотов бьет и забивает. 1-0 в нашем с вами матче. Родина выходит вперед. Дебютный гол Артема Глотова в первенствах ЛФК. Замена сработала. Отличная передача Аверьянова и гол Артема Глотова. 1-0. Мяч у нас на правом фланге оказывается. Арифуллин взаимодействует с Естратом. Разворачивается вокруг собственной оси. Аверьянов делает повторное движение, отправляет мяч в ворота. Очень красивый гол, индивидуальное действие Артема Аверьянова приводит к тому, что Родина уходит в отрыв. 2-0. Следует навес, удар и мяч в сетке. И забивает никто иной, как Артем Глотов, оформляющий дубль, по всей видимости. Классный гол, и все внимают нападающего в данном случае. Как будут распределены силы в заключительном туре, будет и ясно, какую позицию займет та или иная команда. В данном случае мы благодарим вас за внимание. Спасибо, что смотрели этот матч вместе с нами.